Ольга Раевская – специалист по транзитной наружной рекламе. На первый региональный форум «Бизнес. Женский взгляд» пришла вместе с подругой. Обе – бизнес-вумен, которые и вне площадок часто советуются с друг с другом, обмениваются опытом. Здесь же мероприятие масштабнее, и можно не только коллег по интересам найти. На форум пришла, в общем-то, наверное, узнать, какие сейчас изменения будут в наших мерах поддержки, потому что я как социальный проект уже давно сотрудничаю с администрацией города, с центром «Мой бизнес», которые уже ежегодно нам во многом помогают и действительно слышат наши проблемы. Опыт Рязанской области по поддержке и оказанию помощи малому и среднему бизнесу признан одним из лучших в России. Рука у региона, что называется, набита. Например, уже принято решение по декапитализации фондов развития промышленности и поддержки малого и среднего бизнеса. Сумма доходит до 500 000 000 рублей. Осознанно уже и активно действует региональный штаб по реализации таких оперативных мер для поддержания экономической стабильности. Это, конечно, нам позволит максимально оперативно реагировать на изменяющуюся ситуацию, качественно работать по пакету антикризисных мер, которые уже на федеральном уровне оперативного порядка был принят. Форум «Бизнес. Женский взгляд» в регионе впервые. Давно известно, что в Рязани наряду с бизнесменами есть и бизнесвумен. И проекты идут практически параллельно. Направленность просто разная. Поддержка слабому полу такая же, как и сильному. Исключений нет. В 2022 году в целях снижения нагрузки на бизнес по поручению губернатора Рязанской области были разработаны следующие меры. Сниженные ставки налога на имущество организации в отношении объектов, облагаемых от кадастровой стоимости с 1,5% до 1% для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения, до 0,8% для организаций потребительской кооперации. Бизнес-форум скоротечен, всего один день. Поэтому здесь и тренинг от клинического психолога, и мастер-класс от сертифицированного специалиста. Но что и правда немаловажно, это то, что можно на этой площадке найти единомышленниц, обменяться опытом и даже составить наметки плана развития. Ведь, как сказал губернатор, важно, чтобы все принятые на форуме решения были поддержаны. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».